Все, сегодня я не буду бухать. Так, здорово, пацаны. О чем вы тут разговариваете? А, мы хотим продать эльфовую башню на металлолом. Но вот мы решили продать ее за 10 тысяч баксов. Ничего себе! Но нам нужна сдача. Сколько? 2 триллиона. Сколько? 2 триллиона. Придется грабить банк. Ниной, мы будем подрабатывать. Ну, хорошо, я тогда пошел бухать. Ну, ладно. Так, я пойду... куда же мне пойти? Ладно, да, опять до ресторана «Красный дракон». Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Что вы хотите? Мне, пожалуйста, 8 бутылок пойла. Хорошо. Спасибо. Да не за то. Ну чё, пошли, ща я допью. Здорово, девчонки. Уходи отсюда, алкаш драный. Да. Кстати, ты мне нравишься. Кто это сказал? А, ну ладно, пошли. Только я один, хорошо, хорошо. Красивое платье. Ну да, красивое. Мне подарили. Ну все, пошли ко мне домой. Хорошо. Я здесь живу. Но я живу в другой квартире. Но я могу пожить у тебя. Ну я буду жить у себя. Может, давай поженимся? Ну давай. 1921 год. Слушай, наш сыну уже 3 года. Я знаю. Может, давай вот идем в садик? Давай. Я у него спрошу. Сынок? Да. Ты хочешь в садик? Хочу. А когда вы меня отведете? В следующем году. Ура! 1922 год. Слушай, браток, я хочу тебе дать оружие для ограбления банка. Хорошо. Ну дай мне оружие. Вот. Ну все, я пошел. Пока, пока. Стоять, это ограбление! Стой! Всем лечь на пол! Быстро! Гони ключи! Забирай! Так я не... Где ключи от сейфа?
Они здесь, в шкафу. Только не убивайте меня, у меня семья. Все, валю. Так, вы ничего не видели. И я вас тоже не видел. Так, все, валю к друзьям. Черт, я слышу сирену. Надо быстрее. Где-то тут у меня друзья стоят. Где-то тут. Ну все, я приехал на это место. Привет, ребята. У нас теперь есть зарплата. Фу. То есть у нас уже есть. Ну что есть? Сдача. Ура! 1925 год. Вот черт. Что нам теперь делать? Ну ладно, давайте во второй раз продадим эльфовую башню. Давай. Ну когда? Через 3 года. Теперь уже зарплата повышена на 30%. Черт, опять придется грабить банк. Ну, ладно. Ну что, ребята? Вы согласны ограбить еще раз банк? Ну да. Почему-то тут очень много девчонок. Ну ладно. А кстати, ребята, мне опять у этого одноглазого чувака брать пистолет. Ну да. Молодцы.